Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал «Женские секреты». Вот и пошли посылки с саженцами. Это у меня вторая посылка. Первая была из сады, из русского огорода с клематисами, кто смотрел. Это посылка с розами из кедр-сада. Заказывала я ее заранее. Еще осенью там требуется предоплата, но поскольку я уже пробовала на этом сайте заказывать, мне понравилось, и ценники у них достаточно скромненькие такие. Я выписывала несколько роз в прошлом году, несколько в позапрошлом, и оба раза я была в принципе довольна. И розы хорошие, саженцы, и цена хорошая. Единственное, что смущает иногда, предоплата, но все присылают по-честному. Так, здесь у меня, значит, розы, 10, по-моему, роз и 3 гортензии. Отправлена посылка, так, дата заказа 4.12.2020 года, то есть это я в декабре месяце еще сделала заказ, сразу оплатила. Но посылка была отправлена 15 апреля. Сегодня 21. Точнее сказать, уже 22. Ночь на дворе, все спят, а я, как всегда... Так, ну я же не могу до утра вот эту всю красоту оставить. Слушайте, такие хорошенькие. Даже разворачивать, наверное, не стоит. Они небольшие, привитые. Так, это у нас сибирские розы Мими Эден спрей. Коротко обрезаны, компактно упакованы, но зато они залиты воском, и сохранность у них всегда очень хорошая. Так, вторая розочка, спрей мандарин, вот такая маленькая. Кустики высотой до 35 сантиметров. Я вот набрала в этот раз маленькие, 40-60 сантиметров. Так, вот удобно, что этикетки сразу с картинками, то есть можно посмотреть и при высадке сразу что куда. Можно даже эту же этикетку на горшок, на кашпо прилепить. Луис Ойдер Парк. Ну, не скажу, что она большая, но целенькая. Так, это роза высокая, до 120 сантиметров. Они привитые на морозостойкий шиповник. Выращивают они сами, у них там свой питомник. Ну, розочки маленькие, но почки живые. Так, Абрахам Дерби, парковая, 90-150 сантиметров. А кому-то, может быть, не нравится, что они маленькие. Это, конечно, розы. Но и не сказать, что они годовалые. То есть видно, что хорошая, вот разветвленная такая. У них, как сказать-то, господи, крона. Yellow Dolly Mini. Высота до 50 сантиметров. Самое главное, что они прям хорошенькие, почечки живые. И очень хорошо, что почки даже не проснувшиеся. Вот одна только тут проснулась. Надо их срочно вывозить. Почему стала ночью распечатывать, чтобы утром муж увез на дачу сразу, пока они тут не загнулись в жаре. Так, это Glorious Spray. Так, 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 цветет спрей 80-70 сантиметров. Да, 80-70 сантиметров. Так, это у нас
фосфор парковая. Так, хорошо переносит зиму. Куст. Цветок 10-12 сантиметров. Так, водостойкая, не вижу куст. 150, по-моему, сантиметров. Не очень хорошо видно красным. Напечатано, но в описании на сайте это все есть. То есть, прежде чем заказывать, я, конечно, смотрела описание. Так, это Даймен Флорибунда. 60-70 сантиметров. Такая вот розочка. Так, это у нас Фальстаф парковая. Крупные цветки. Махровые 9-11 сантиметров. Куст высотой от 100 до 150 сантиметров. Не хочется перепутать название. Нужно сделать сначала этикетки, потом уже развязывать, иначе получится путаница. Ну, вот в прошлые разы тоже приходили такие маленькие, но тем не менее они очень хорошо прижились. Вот белые обрастающие корешочки, то есть розы уже проснулись. Я, наверное, их все-таки высажу. Наверное, я их все-таки не повезу я их никуда. Вернее, я их высажу и повезу уже в коробочках. Ну и посмотрим гортензии. Ой, гортензии, беда. Гортензии, не беда. Не беда. Вот такие хорошенькие росточки. Сейчас посмотрим. Корешки. Это гортензия Баунти. Гортензии пора высаживать. Ой, какие корни хорошие. Зря я переживала. Так. Земля немножко рассыпалась, но саженец прекрасный. Надо подсыпать сверху землю просто и пересадить. Ну, тут даже вытаскивать можно, не вытаскивать. И так видно, что вот чудесно, раз чудесно. И последняя гортензия, это у нас, так, немножечко потрепанная, но тоже живая, хорошие росточки, так что пролить ее и все. Это Аннабель, я выписывала Аннабель как-то в садах России, и она у меня не пошла, хотя саженец был живой, но вот не пошла и все. Эти можно высаживать. Так, для тех, кто возмущен сейчас и
говорит, что очень маленькие саженцы. Я сейчас вам озвучу цену, и вы будете в восторге. Розы стоят, саженцы, 166 рублей 50 копеек. А гортензии стоят 450 рублей. Это древовидные Баунти, крупнолистные Нико Блю и древовидные Аннабель 405 рублей и Аннабель 450 рублей. То есть ценники, ну, если гортензии еще такие цены среднерыночные, то розы, можно сказать, за бесценок. Поэтому вырасти они вырастут не на этот год, так на следующий. И вот такая вот у меня сегодня посылочка. Завтра я бегу в магазин за землей и высаживаю розы. Или еду на дачу и высаживаю розы, но так, а что я переживаю? Я сейчас их сложу в холодильник. Нет, в холодильник я их не сложу, они мне не поместятся. Проснулись, то есть берем литровые пакеты и высаживаем быстрее, быстрее. Так, ладно, дальше распечатывать не буду, все видели сами, они небольшие, но корневая система огромная и плюс ко всему уже проснувшаяся, поэтому их срочно надо вести на дачу, потому что дома им жарко, они выдадут почки. А нам нужно, чтобы укоренялись. Укореняются розы при низких положительных температурах. Вот такая у меня сегодня посылка. Кому понравилось, ставьте лайки. Будет еще одна посылка буквально сегодня, потому что сегодня я их получила две. И будет еще посылка завтра.